Так, вот этого сразу слить. Хорошо, вот этого. Вот этого. Эй, просто настреливаешь на автоатаке. Побьем колодцы. Глиф. Нажать глиф на то, чтобы засейвить трон. Нет, нажать глиф, чтобы засейвить колодец. Ну что, друзья, самое время, конечно же, у нас подойти к новому видосу «А что если?». А что если Тракса с шестью бабочками или шестью изерилами? Что будет? К сожалению, третий спелл у нас не работать будет на дальних крипов с огромным количеством дэмэджа. Именно огромным. Там есть, к сожалению, баланс по доте. После двух бабочек дэмэдж очень сильно режется на крипчиков. И, к сожалению, больше 93, по-моему, или 86, я точно не помню, никак сделать невозможно ничего. Но, в целом, катка получится, надеюсь, интересная и веселая. И 6 бабочек, да, можете любое брать. Пишу видосик с подписчиками. Прошлую катку подписчики не дали затащить. 80 минут играли, потели вчетвером, ничего у нас не получилось, к сожалению, мы эту катку проиграли. Не хватило бы КБхи на моем персонаже, но у меня челлендж 6 бабочек. Нужно 6 бабочек, ребята. 6 бабочек. Ту игру выкладывать, если честно, не вижу смысла. Объясню почему. Потому что она не выигрышная, а мы должны выкладывать только выигрыш. Потому что у нас челлендж. А если челлендж, значит челлендж нужно засчитать именно победой. Так что вот так вот, ребятки, погнали. Смотрите, в общем, наша сейчас задача. Что мы должны сделать? Первый момент. Это алхимик будет пулить нам фласочки со своего фарма. И второй момент. Мы тоже должны что-то выфармить и забить вот так вот слоты бабочками. Но хотя бы 5 бабочек минимум надо сделать. Потому что 5 бабочек это рабочая тема. И, конечно же, все будет огонек. Надеюсь. Но посмотрим в целом. Посмотрим, как оно все это будет. 5 бабочек must have. Просто must have 5 бабочек. У нас тут есть... герои, которые будут помогать во всей этой теме. И, в принципе, у оппонентов... Ну, инвокер будет проблемой, потому что это магический дэмэдж. Очень много магического дэмэджа. И пуч тоже это магический дэмэдж. Очень много. Ну, и огур еще. Но, в принципе, тут под салом это можно все подзаконтрить. Посмотрим, как все в целом получится. И слардар туда. Ну, под Тракса на самом деле очень такая уязвимая. Вот что, вот я посмотрю. Тут прокастом Траксу убивает. Тут убивает. Вообще в упор подойти может. Тут подхукивает тоже. Инвокер прокаст. И очень тяжело будет играть. Но, в целом, нам самое главное... Это контент, да господи, что ж мне в глаз-то попало. GG. Так, химик фармит, ему стаки. И одевается. Потом пулит хилками. Хорошо. Так, алхимику помогу сбить. Хорошо, главное, монетку забрали. Алхимика, если что, подхилю. Блин, конченая хилка. Не вешается. Это не моя хилка, я не могу ее выложить, взять. Ничего вообще не могу с ней сделать. Я нажимал на алхимика еще после тычек, но не нажимается. Ладно, пойдет. Алхимик забрал монетку, это главное. Мне ее запулили, я ее не дропал на землю. Я такой раз такой, а она не кликабельная вообще. Ладно, пойдет. Пойдет. Алхимик у нас нормальный. Этой катке будет интересно. Погнали. Наша задача это тоже фармить и не пропускать, стараться крипчиков. Но я не умею не пропускать, так что... Так что будет такое. Будет такое. Огр на лайне, да? Будет тяжеловато, наверное, да? Будет горелки кидать. Возьмем маски и будем с масками фармить. Маски шоу. Этот еще мешает мне фармить. Хорошо. Ой, как хорошо подобивал я. Как хорошо подобивал. Ой, он не меня харасить будет. Красава. Это приятно. Так, ну 3 крипчика всего. Пойдет, Зевс подработал. Надеюсь, задача вы поняли, наши ребятки, на видосик. На видосик поняли, надеюсь, задача. Спасибо всем, кто смотрит. Рубрика «А что если?». Кстати, не забывайте писать в комментариях, что бы вы еще хотели видеть в рубрике. Кстати, давно не писал именно такую тематику.
Спасибо Джавахиру за то, что промотивировал на эту тему. Я сейчас стараюсь упор делать на фишки, которые вы видите уже. Уже четвертая, по-моему, часть вышла сейчас фишек на канале, ребятки. Поэтому не забывайте заходить, смотреть. Фишки очень лютые, фишки очень лютые. Одни только ультимейты без КД чего стоят. Поэтому, ребятки, так, давайте, наверное, блин, не знаю, сало не хочу брать. Сейчас на четвертом возьмем. Фишки лютые, поэтому не забывайте поставить там лайк, чтобы видосы выходили чуть-чуть резче. Реально, если лайков много стоит, я себя заставляю идти делать их. Там, ну, монтажи впадлу сейчас делать, честно, не скрою. Монтаж немного тяжеловато сейчас делать, потому что времени очень мало. Времени маловато. И довольно-таки тяжело все это делать. Вон, елку наряжал полдня, пацаны. А, вру на самом деле. Нарядили за минут 15. Надо же что-то как-то. Так, Огр, походу, меня слушает, да? То, что я пишу видос. Слушает меня Огр по-любому. Огр плотный, жесть там. А, еще и соул. Нормально. Но фарм пока идет. 11 крипов. Врагов. 11 крипов своих добил. И 10. Чужикс. Огр такой, добиватель. 2-2-8. Добивает, тоже старается. Надо его выгонять с лайна. Я еще не готов пока. Хорош. Но экспы тут Огр не видит. Я на экспе очень люто стою сейчас. Прям добиваю каждого. Так, вот с Вивером будет проблема. Вивер тараканов кидает. Они меня уже убили бы. Не знаю, Вивер почему-то подтупливает. Уже убили бы, мне кажется. Жесть. Лучше бы я так вражеских крипов добивал, чем своих, да? Крипстат 16-18. Но я лайн хотя бы держу в одном диапазоне. Если бы держал я его поагрессивнее, то было бы такое. А Мэнвокер задушил. Мэнвокер задушил. Мэнвокер задушил. Так, хорошо. Пока фармим, 1000 есть уже, да? Хорошо. 1400. Я, наверное, начну с самого стандарта. Сапоги и вся эта тема. Сапоги, вся эта тема. Маднес, чтобы можно было подфармливать. Что-то Мэнвокер гоняет, да? Химику бы надо помочь. Сапы, надеюсь, помогут ему. Так, гол. Вот думаю, фазы или ПТХ. ПТХ, наверное, сделаем. О, а Чейнвокер его не забирает. О, Слардар Икса. Я умер тут. Слардар пришел. Ай, же есть. Вот эта хилка, кстати, может сейчас решать. Сало есть. Оп, давай на развороте. Давай, давай, давай. А, ясно, маны нет, но вы держитесь, да? Не кидает герой. ПТ на инту. Ой, хорош. Вот это на хилах просто мы забожились с Зевсом. Слардар пришел. Про доту показали. Жесть. Хорош. Вот это сейчас круто было, конечно. Опа, Вивер. А, тангусы не могу заюзать. Блин, как же вы так пулите их? Давай.
Еще на санстрак не попасть бы. А, все, огр пришел. Да ну вас нафиг, вы что, издеваетесь? Огр пришел. Что за хрень? Огр пришел еще. Так, ну санстрайк там будет. Давайте отойдем. Ну его нафиг. Что за фигня? Вивер там вообще что-то не доиграл. Жесть, Слардар идет там. У меня маны нету, я Б пойду схожу. Давайте вот так сделаем. Что за фигня? И можно будет фармить. Так, вот так вот. Хорошо. Хилку возьмем. Хорошо, долгий ТП, отлично, как раз восполню ХП. Лично эти инвокеры потные стоят в миду. Хорошо. Ай, души его. Хорошо. Потных инвокеров отсюда, ногами пинаем. О, найс, ДДшку пойду заберу. Активно, активно сейчас будем плеить. Так, ну бабочку, наверное, сейчас сразу начнем делать. Бабочку. На топе пуч, вивер. Там крип, видели, армур забафал. Серьезно, блин. Слардарика, внизу фарм. Эти вот этих. Все, чтоб можно было стакать. Чтоб можно было подстакивать нормально. А то они останавливаются, начинают хилить эти тролли. Можно низ, кстати, подспушить, маднес сделать. Давайте, наверное, будем в маднес выходить. И с маднеса уже дальше будем выфармливать тоже дополнительно. Нам-то тоже фарм нужен. Фарм-то нам тоже нужен, правильно? Хорош. Красавы там ребята душат. Так, ну давайте вот так сделаем. Хорош. Мне главное маску тут сделать, и можно в эншентов уходить. Я обычно на траксе играю через эншентов. Через эншентов. Все вы знаете, в принципе. Ребята там заберут, да, наверное, сами. О, огра, может выйдем, встретим, если они не заберут его. Хорош, на рипера его туда. Сейчас тут пуч какой-нибудь подхукает меня. Не надо, дядя. Так, масочку можно? Мне масочку надевайте, пожалуйста. Это в помещение заходите, вам говорят, масочку надевайте. Так, ребят, в целом у нас ситуация пока что ровненькая. Крипчики есть, есть. Лесочек постакан. Немного я от крипстата лайнингового отошел. У меня, к сожалению, 48 крипчиков всего. Должно быть хотя бы 53. Но как есть, так есть, ребят. Мидеру я немножко помог. Два фражочка имеем. Все равно как бы неплохо. Все равно как бы неплохо. Ага, инвокер пришел. Инвокер пришел, инвокер злой, походу, да? Рудгис транквилы. ВТП, да? Рудгис транквилы. Хорошо, ладно. Так, пойдем в эншентов. ТП-шку держим. Алхимику, если что, поможи, делать будем. Я фарману. Ацит. Хорош. Отлично. Надо големов сначала, потом армористых. Сейчас голема заколочу. По кайфу ацит сейчас продамажит, он мне ацидом дополнительно. Страта такая. Делаем бабочки и погнали. Жесть, внизу фарма, конечно, много, но у меня нет ТП-шки даже, чтобы туда лететь. Почему големов сначала желательно убивать? Они ауру дают очень сильную на ХП. И там ХП просто в совокупности. Вот вы фармите 3 кемпа, а по дэмэджу вы должны внести, как будто фармите 5 кемпов или 4. 4 скорее, чем... Вот у вас 3 кемпа, а вы вносите дэмэджа, как будто вы убиваете 4 кемпа. Поэтому надо големов желательно сразу тушить. У них аура очень сильная.
Там не драконистая аура, а какая-то там такая, ну, красивый рисуночек там, мне очень нравится. Красивый рисунок. Так, есть, давайте тройку. О, крипы пришли комиссию принимать, да? Я орну, если они сейчас что-нибудь дозаберут, эти крипы. Чисто комиссионные пришли. Давай пушим. Экспа идет хорошо. Оп, если опять сейчас промахнулся, скорее всего, крип бы зафармил. Дед зафармил. А потом прикиньте, как бы он внукам с вами рассказывал историю. Я в свое время зашел на кэмп эншентов и уничтожил вот такенного дракона. Да, рассказывает историю. Вот это, конечно, жиза. Так, все, твое время пришло. А потом Сильвана меня добила. Сильвана. Так, гоу, сало есть, можно поесть. Сало есть, можно поесть. Криса, Эджи. Так, ну сало раскачано, хорошо. Отлично. О, он споткнулся, Омник. Омник споткнулся об Санстрайк. Хорошо, но я помог, один фражочек я забрал. ТПшечки носите, ребят, важная вещь в дотке. В дотке, говорят, телепорт очень хорошо решают. Что там у некро, 70 дэмэджа, да? Эх, жесть. А, вокера надо там попускать по чуть. Тэшки забирать. Да не бей меня, я тебе что сделал? О, некро душит. Хорошо. Отлично. 11 левел, это хорошо, ребята. Еще добить крипа. Ой, хорошо, не добил. Круто. Так, 2400. Берем свою куру, кстати. Свою куру и погнали, собираем. Жесть, там что внизу происходит? Надеюсь, таракана не поймаю. Да, ё-моё. Вот этого хочу. На огре. И этого. Хорош. Отлично. Вай, налево убежал, брат. Но пойдет, на ТП сейве помогли немножко. Хорошо, что сало подкачал немножко. Люблю, когда сало есть. Ну, в смысле, не есть. В троечку это очень хорошо. Успеваешь сделать все вещи. Успеваешь вещи сделать. Так, но у меня уже Гилхорн есть. Гилхорн есть. Для Джавахира, кстати, делаем этот челлендж, ребятки. Спасибо, Джавахир, что промотивировал на то, чтобы создать такой видосик. Это очень-очень круто. Потому что такие видосы редко выходят. Да и, в принципе, такие видосы, я считаю, не сильно интересны. Но, может, кому-то интересно будет Рокса 6 бабочек. Как бы, ну, я не знаю. Я не знаю. На любителя, честно. Некоторые ребята, наверное, такое видели. Некоторые не видели, может. Жалко, что третий спелл не учитывает все 6 бабочек. К сожалению, только 2 бабочки будут работать от третьего спелла по нажатию. К сожалению. Это вообще так мусорно, на самом деле. Обидно вообще максимально. Ох, Рудги еще бежит, Рудги. Жирный пуч. Пуч. Так, алхимик фармит, хорошо. Пуч. Вряд ли. С момчиком только. Надо только с момчиком работать. Нифига некор там газует. Сейчас санстрайк под ногу будет еще. Стандартный. Стандартный санстрайк под ногу. О. Нифига си. Хорош. О, что-то остановился. Нифига себе ты даешь. Подарил фражочек. Подарил фражок. Так, ну тэшка. Тэшка. Отлично. И можно в эншентов чапать. Давайте возьмем дудку. Дудку. Дудка. ТПшка. Давайте 2 даже ТПшки. Рожго. Можем. Сами заберем. Хорошо.
Так, даст я, наверное, вот так сделаю. Сейчас там пуч пришел такой. Не видел пуч. Хорошо. Ты куда? Ты куда? Чё он делает? Что, туда? Помогу. Я бегу. Хорошо, сало. Сало раскачанное, можно душануть. А вот тут кто идет? Огур. Огур. Так, у меня почти есть одна бабочка, это радует. Бабочка одна есть. О, шишир. Жесть, вот мы их гоняем сейчас. Хорошо. Прям можно так подрабатывать на бабочке. Задушим. Хорошо. Отлично. Пока что идем. Четко. Эх, Тэшку не добил. Как так? У Зевса что, дэм уже больше, чем у меня? Ой, лол. Так, одна бабочка есть. Хорошо. Алхимик уже может, в принципе, собирать фласки, я думаю, потому что вроде ничего. Вроде ничем мне не угрожает так сильно. Так, инвокер там собирает слотики. Чуть. Салом не попал, круто. Я гений. Я гений, салом не попал, пацаны. Вот я гений, в упор не смог попасть даже. Он там что-то подмансил, и я как лох кастанулся. Так, отводим, хорошо. Так, погнали вот этого. Я не стакнул, по-моему, да? Жалко. А, нет, стакнул, хорошо. Сайленс четверку. Куру я закрыл. Сейчас пойдем ребятам помогать. Куру можно будет. Ну, сейчас возьмем один этот. Вот эту штуку берем, дудку. Дудку! Погнали. Дудка есть. Стой! Стой! Таракан! Таракашка! Пуштовер! Го. Сейчас золото соберем с товаров. Золото с товаров соберем. Алхимик, там хилки уже можно. У меня, в принципе, одна бабочка есть. Да я ни один тавр сегодня не заберу. Жесть. Ладно, главное, по чуть золото растет, это достаточно. Ребята всей толпой, короче, мне сейчас хилки понакупят. Мы сейчас как затащим хилками. 6 бабочек. Для Джавахира как сделаем. Хорошо. Сюда отведем. В сторону пока рано. Химик там пылесосит. Химик пылесосит. Так, успеваю я на эншента? Нифига я не успеваю, да? Эх, ну 55. Успею. Успеваю. Все схвачено. Успеваю. ТПшка, бабочка. Ну просто нет смысла мне фармить обычных крипов. Лучше пусть алхимик фармит их. Пусть он весь лес выфармливает. Ему это больше даст, чем эншенты. Эншенты алхимику не особо дадут. Не важно качество, важно количество для алхимика. Так, есть у меня еще вот так вот, хорошо. Вот так вот это хорошо. Вот тут можно сейчас подфармить еще. Еще фармить. Уджи, Мидасы, Стардарихи. Лайн подфармим. Лайн подфармим.
Фармим лайн. Ребята собираются, походу, в какую-то драку. Так, нет. Так, пойдем в лес. Бабочку в кыл. Опа, стакнул. Не стакнул. Лох. Что тут можно еще сказать, когда не стакнул? Ну, вражеский лес гоуфармить тогда. Они отзонены очень сильно. Пацаны не могут фармить ничего. Вард стоит. Робер. Вард стоит. Пока что уныленький фарм, но успешный. Успешно все равно фармим. Плохо, что, конечно, без драк. Они засели просто на хайграунде и очень пассивно играют. Очень пассивно. Стараются не фидить лишний раз. А с другой стороны, это тоже правильно. Хорош. Так, 1000 есть. Кто там дерется? Рудге. Нападение Рудге. Оу. Плохо. Вард стоит вот тут. Еще раз. Пофигте, это приказ. Да давай чаленги делать лучше. Так, алхимик пошел на стаке, да? Этот пошел сфидил там по приказу. Залагало, говорит. Классика жанра. Помни, как с Антохой лагали мы. Так, ну у меня почти вторая бабочка есть. Но медленно фарм идет. Вроде лес весь чистишь, да? А все равно. Все равно. Но алхимик там очень много золота достает. Он еще и энчентов сейчас забирает. Я их лес забираю. Зевс на стаках. Так, вот сюда сейчас. Алхимик взял иллюзию, но фармить негде. Хорош. О, пошел. Ерма. Так, есть 2000, да? Вообще золото негде брать. Алхимик все выфармливает. Чисто, знаете, такой генератор дем... генератор этого. Золото. Так. О, хорош. Вот это, конечно, круто. Эй, а в прошлый раз ты так не делал. Драконозавр забагался. Там отдыхает. Так, ну почти, да? Хорош. 2500. Да, есть. Монетка. Алчи. Go nine shay. Возьмет. Сейчас до эншентов дойдем пока. Дофармим. Блин, пока что тупо, знаете, такой глухой фарм. Но будет самое жесткое, когда на 35-й примерно выйдет такая тракса с 6 бабочками. Это вообще жопа. Сколько там? 35. А, это момник, да? Накидывает. Или кто? Непонятно, кто там что-то, чьи хилки. Вообще что-то не вкурил. Ладно, не суть, короче, я две бабочки соло выфармил. Дальше уже, как говорится, с миру по ниточке. По иголочке. И поехала. Так, вторая бабочка. Самое кайфовое, меня будут просто с прокаста убивать. Так, две бабочки есть. Рошана можно пойти зафармить. У меня, в принципе, тут третья бабочка. 1000, 3000, 4500. Такое. Давай, ботанчик. О, смотри.
Попавси. Вот сейчас Аегой дадим жару. Так, ну я готов дать им чапалаху. Такую серьезненькую. Так, у меня есть еще одна дудка. Дудка. Блин, это на самом деле так тупо, потому что, я не знаю. Мы зашугали команду оппонентов, люто загангали ее, и сейчас просто фармим всю карту. Делаем, что хотим на ней, по сути. Они опять зашли в этот ХГ и стоят просто в ХГ. Не знаю, но мы так просто подрепелом, мы могли бы уже, в принципе, закончить тут катку. Спокойно. Гоу, стрейфанемся люто вот так вот. Опа, за сайленси. Тут я запихаю. Хорошо. Отлично. О, еще дудку. Дудка и трубник. Интересно, сколько там алхимик уже имеет золота? Наверное, 1012 он имеет, алхимик. 12 где-то. 2800. Перепугались они люто. Зашугали. Так, где там? Где хилки? Дайте куру на Б. Тут зафармим, там зафармим. Дропайте. Хорошо. Погнали в магаз. А на базу сходим просто. Так, вот эти хилки заберу. Потом вот эти. Вот эти. Хорошо. На базу. Я закуплюсь. Погнали, ребятки. 28-я минута, ребята накидали. Там 200 хил, 12к примерно здесь. 12к, сейчас продадимся. Сейчас ПТшку, наверное, продадим. Чуть тупо бабочки возьмем. И погнали. Чтоб нас инвокер с прокаста убил. О-о-о. А нет. Так, есть, это имеем. Хорошо. Так, вот это сначала продаем. Вот это продаем. Вот это продаем. 14к. Хорошо. Так, есть. Это travel у нас должен быть. Давайте еще дудку. Хорошо, еще слейвы. Сальве. Сальве. Так, ну и это получается у нас сейчас у нас упадет Аега. Аега упадет. Тревела мы оставим, мом продадим. 5 бабочек сделаем, я думаю, чтобы быть быстрыми. Угрвардит, что ли? Так, есть, да? Раз. Два. Хорошо, три. И у нас получается еще момчик продаем, правильно? 400 золота. И готово. 400 золота и готово. Хорошо, раз. Две там бабочки. 3, 4, 5. И 6 у нас получается. Травела. Травелуху оставим. 6 бабочек пусть будет. 5, вернее. Чел на некре. Чилит. Огоним еще. Го. Го мне на статы. То самое чувство, когда омнику не это, не шарят Аганим, а шарят Траксе. Все, есть. Сейчас упадет Аег и го. Я готов почти. 6 у меня тут. 40 сек. Еще. И го. Отлично. Ну, сделаем 4. Омник, одевай. Одевай.
Бутерфлу. Так, это есть. Бешено. О, все. Готово. Готово. Го. Го. Let's go. Под душем немножко. 1600 хп. Огр, брат, стой. Жесть. Так, погнали. Но я боюсь, сейчас меня подхукают. Два. Два даешь? Два даешь, погнали. Хорошо. Кто там первый? Огур. Инвошкер. Огур. Ля, они боятся вообще, жесть. Опа, Руджан, Руджан, стой, брат. Дай напихаю. Задушу. Убью. Инвокер. Инвокера надо. Стой. Хорошо. Гоу его. Мы тут можем спокойно ходить, я могу затанчивать все. Оп, хорош. О, так мы вообще колодец можем пойти. Колодец. Колодец. Пойдет. Жопа. Это жопа. Товарищи, друзья. Давайте колодец сходим. Колодец. Ах ты, на инвокере. Вот он ждал вот этот момент, чтобы слить меня с прокаста. Да. Ой, попал, серьезно. Это вокер. Это вокер. Просто с прокаста все убивает. Я так прошлую катку мы так и всадили. Так, ну ладно, колодец вряд ли мы пойдем. Каракуля слабый, напишем. Го в сторону. Берем. Надо сторону забирать. Жесть, у меня 5 бабочек с лордар со второй тычки попал. Да я бы, если бы у мартретки... Я если даже по мартретке 5 раз подряд попасть не могу. Типа как с лордар попал, ну я не знаю. Это ж вообще жопа. Это же жопа. Можно, знаете что, сделать. Го, короче. Стороны 2. Минус 2, минус 4 делаем. И колодец. Попробуем. МКБ Слардар. МКБ Слардар купил. Может колодец... Ну, вряд ли колодец тут получится. Ландар уже с МКБ. Ландар уже с МКБ. Так, хорошо. Надо на тройку нажать будет. Там пучите меня, выхукает это ГГ будет. В принципе, я под репелом могу вещи делать. Алхимик. Заехал. Жестко. И я ничего не раздамажу, да? Печалька. Надо бэкаться. Давайте быстренько спушим. И надо аккуратно. Так, ага. Быстренько пушим и бэ. Жесть, ну как хорошо, что она пушит очень резко, эта Тракса. Это жесть. Просто нереально быстро она пушит. Так, вот этого сразу слить. Хорошо, вот этого.
от этого. Эй, просто настреливаешь на автоатаке. Ты. Фальстарт. Вайнлокера фальстарт. Хорошо, это минус. Это минус. Побьем колодцы. О, два раза тараканов, прикиньте. Колодцы побьем. Хорошо. Би-би-би. Хорош. Так, ну у нас есть 13 сек. Хиляй. Хиляй. Огур сейчас резнется. Отойти. Хорошо. 7 секунд. Кто там у нас? Угу. Отойти, отойти, отойти. Так, омника потеряли. Хорошо. Все-таки получится, походу, снести. Так, хорошо. Вроде получается. Вроде получается. Даже еще колодец снесем. Я пойду муршард куплю. Сделаем минусы. Зайдем. Алхимика ФК, что ли? Алхимик, походу, ФК. Да, можем, в принципе, спушить. Жесть, он его там сольет. Жесть. Ау! Стоп, стоп, стоп. Огоним. Омнику. Его минус. Зайдем, колодец. Мы почти сломали. Lost the connection. Вот что за хрень? Дайте, блин, контента налупить. Контента налупить, дайте. Так, муншард таки сделаем или нет? Сколько там омнику? У меня тоже лагает, да? Хилки, МБ, химику. Го. Почти огоним есть. Че там? Ирасу делает. Ой. Инвокера надо убить еще. Там хорошо так инвокера подцепили, байбайка у него не было. О, стоит он тут. Жесть. Так, вот это лишняя суета, ребята не понимают, что нужно. Все, ждем. Я рез его, все-таки можем сломать. Ну, с лордара только надо минусануть. Вот в этом проблема. Тут сейчас умирать ты, скорее всего, будешь уже. Да, умер омник. Сейчас как бы нам так не засноуболиться, чтобы не продуть. Подожди. Подожди, дай донесу. Дай донесу, да. Бэй, уйдите. Сейчас резнемся. И задушим. КЗ. Слардар такой, лютый парень. Серьезный. Так, у нас топ собрались сломать, да? Байбекаться, не знаю. Можно байбекнуться, в принципе. Но без репела, я думаю, нет смысла. Без репела нет смысла. Аккуратно. Опасно. Ля, там уже тэшка почти упала. Инвокер, Октарин появился. Хорошо, у меня есть шарт. Отлично.
Все, гонимы есть. Так, давайте... Блин, ну надо байбек оставлять. Хорош. Жесть, как быстро падает. Отлично. Блин, можно было бы вообще, знаете, как сделать? Даггер мне вложить. О, подцепим. Если подцепим его, это будет офигенски. Рипера, 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 дай ему. Если поймал, будет очень хорошо. Нет. Есть. Офигенно было бы, если поймали его. Давайте, знаете, что сделаем? Выложим travel. Dagger возьмем. С даггером чуть поинтереснее будет. Надо минусы дать. Два даешь. Вот этого затыка. Вот этого затыка. Так, омника слили. Это плохо. Оу! А мне не поможешь, да, никто? Есть кнопки. Плохо. Голд нет. Это ГГ. Так, ну там байбека нет, байбека, да? 1650. Ура летит, хорошо. Плодар, если заберут. 650. Хорошо. Колодец. Колодец, колодец, колодец. Я иду. Иду, иду, иду. Интересно, буду байбеки жмать? Жмакать. Да куда ты идешь? Ты сейчас сдохнешь. Я затанчу. Хорош. Чей колодец разнесем? Ну нормально. Глиф. Нажать глиф за то, чтобы, на то, чтобы засейвить трон. Нет. Нажать глиф, чтобы засейвить колодец. Осуждаю. Хорошо. Отлично. Так, есть колодец. Джавахир, ну из тебя еще причитается за такой контент, брат. Хорошо, отлично. Но если бы не команда, если бы не команда, мы бы это не сделали в целом. Эх, сентрей бы сюда. Вот так вот. Забавно. Ой, вот Джавахир забайтил на такой контент. Но шестую бабочку нет смысла делать, потому что она будет багнутая. Она будет багнутая. К сожалению. К сожалению, она не будет давать столько промахов, сколько дает обычная бабочка. Это я еще тройку ни разу не давал. Давайте дадим, посмотрим, сколько там. 92 дэмэджа это максимум. Вот как я и говорил в начале видоса, это максимум, что можно сделать. Но сейчас крипы там просто все сломают. Можно вот так просто стоять и ничего не делать. Это, конечно, жестко. Так, инвокера бы принять. Да? Это там 5 секунд, там слодар 14, да? Оп, Рудге. Рудге второй раз уже ресается. Инвокер реснулся. Да, просто месиво. Ай, жесть. Лордар, привет. Просто стоишь. Я даже, наверное, пойду прогуляюсь там. Просто. Хожу куда-нибудь. Ребята сами тут разберутся. Или не знаю, можно посмотреть на елку. Можно посидеть, мандаринку почистить. Можно почистить мандаринку. Хорош. На химике писать. Ой, ЦБ. GG. Ребят, ну вот такой вот у нас получился видосик. А что если, получается, Тракса у нас с пятью бабочками через алхимика, через фласочки, через хилочки. И это довольно-таки, ну, жестко. Получилось жестко. Ну, это на самом деле мягко сказано, что жестко. Ну и в целом такая тема. Надеюсь, Джавахиру понравится, который попросил, парень промотивировал на такой видосик. И в принципе все, ребятки, не забывайте на канале смотреть другие видосы, фишки, рубрики «А что если?». Конечно же, рубрики «Зарубы стримеров», это все есть на канале. И не забывайте про гайды. И на этом все, друзья, с вами был Ксеназос и до скорого.